модель, которую, я помню, мы с тобой обсуждали до эфира, которую я прям ждала. У меня свекровь, она живет за городом. Mm-hmm. И очень часто у нее, как бы, тапочки обычно ей не приживаются. Она часто выходит на веранду, заходит, ножки у нее мерзнут. Сейчас такой непонятный сезон. То прохладно, то потеплело. Вот чтобы не заболеть, она меня просит вот такие закрытые тапочки, закрытую обувь ей покупать. 75345, это номер лота, 790 рублей. Так я бы вообще все цвета взяла. Неделька была бы у нее. Понедельник, среда, пятница, да? Давайте посмотрим, из чего эта пара обуви, почему ее так любят наши телезрительницы взрослого возраста. Угу. Обо всем об этом расскажет нам Цыганова Оксана. Да, ну, во-первых, давай с тобой начнем с дизайна. Здесь у нас все-таки по конструкции это слипоны. Слипоны — это один из модных видов обуви спортивной группы. Благодаря вот этим вот ставкам эластичным с одной стороны и с другой, действительно, они нас отсылают к такой стилистике обуви. Хороша эта пара и модель тем, что ее, ну, вы сами сможете определить, для каких пространств стоит носить. Либо дома, как нам рекомендовала Надежда, либо, например, по улице, да? Легко. Потому что у нас с вами здесь эластичная резиновая подошва, и пусть она белого цвета, но очень просто в уходе. Достаточно иметь мыльный раствор, которым вы будете протирать, или влажную тряпку, вы будете протирать подошву, она будет возвращаться к исходной позиции. Дальше, смотрите, у нас с вами, если вы видите, а надеюсь, вы видите, на подошве имеются, да, небольшие шипы. Чем они хороши? Они хороши тем, что они обеспечивают плотное сцепление поверхности обуви с поверхностью. Подошвы с поверхностью. Сцепление обеспечивает, да, вообще. Поэтому, если вы ходите по только что вымытому полу, к примеру, да, или вы, например, прошел дождь, или вы зашли в какое-то помещение, которое скользкое, я думаю, что, ну, невозможно подскользнуться на этой обуви, потому что у нас с вами здесь гнущаяся резиновая подошва, к тому же еще имеет вот такие вот замечательные шипы. Какие ужасные последствия падений мы слышим тут и там, да, вот когда гололед, или когда просто зашла бабушка там, подскользнулась в магазине, да, вот, ну, осторожно, мокрый пол ставят часто такие таблички. Вот чтобы не было, чтобы было меньше травматизма, выбирайте подошву с фиксаторами, вот с такими вот пупырышками, которая даст хорошую сцепку, и никогда вы не подскользнетесь, это важно для здоровья. 790 рублей ваша цена, а выгода, ничего себе, вот это редко у нас бывает, 2200, вы представляете, за старую цену можно было купить 3 пары. Ну, а мы двигаемся дальше. Очень необычная ткань. Или что? Да, или это ткань мех? Что необычная. Давай с тобой сначала сверху изделие, да, начнем. Угу. Это текстиль, он эластичный, он будет подстраиваться под особенности вашей ноги. Вот мы наших моделей сейчас попросим, ну, Любовь, например, во-первых, нам показать эластичность язычка. Вот пусть она нам отогнет рукой своей, да. Ну, во-первых, эластичность вставок с одной и с другой стороны, они построятся под особенности вашей ноги. Ну и, соответственно, язычок тоже, да, который эластичен, который подстроится под особенность вашей ножки. А если мы сейчас девочек попросим симпровизировать и показать нам, ну, гимнастику для пальчиков. Вот любую гимнастику для пальчиков или для ног. Посмотрите, вы это сможете реально сделать, да, потому что ткань, она мягкая, она облегает, она эластична. Поэтому если вы внутри имеете какие-то особенности, косточку, вальгусную деформацию или какие-то проблемные места, на которые не хочется давления, от эластичности материалов вы только будете испытывать комфорт и удовольствие, потому что они не будут давить на эти проблемные зоны. Сейчас обязательно скажем. Так, у нас цвета есть. Вот коричневый еще пока во всех размерах. Бордовый во всех размерах. А вот синий, дорогие мои, уже в 38-м. И в каком, подскажите, пожалуйста? В 41-м, увы, Оксан, закончился. Ну, это самый такой, как казалось бы, практичный универсальный цвет. Ну, подождите, у нас бордовый еще очень красивый. У нас и коричневый практичный, у нас и элегантный. Прекрасные очень цвета, они комплементарные. Комплементарные — это те цвета, которые сочетаются с разнообразием цветов верхней одежды. Вот смотрите, в руках у меня такой коричневый, да, капучино, кофе, с пенкой. Да, благородный такой цвет. Женственный очень, да. Ну, я продолжаю свою вот историю по поводу эластичности материалов. Я вам показываю вот в носочной части, да, и да и не только. Насколько приятно и податлив этот материал верха. Дальше у нас с вами такой мягкий кант в этническом стиле, придающий какую-то такую изюминку. Поэтому, если вы любите этнические стили, опять же говорим о хиппи, о боха, о дениме, то что так актуально этим сезоном. Я считаю, что даже дома вы можете выглядеть очень стильно и модно. Стильно. Надо выглядеть дома, на улице и везде. Но мы говорим о том, что это не только любимая обувь наших бабушек, наших мам, но о том, что это современный подход абсолютно. Да. Это уже не те тапочки, это слипоны, чтобы вы понимали.
сделали. Это очень актуальная пара обуви. Ну и, конечно же, современный материал. Давайте с вами обратимся к цене. Еще раз, так приятно понимать, сколько же ты экономишь. Ну-ка, берем калькулятор и считаем. 2 990 рублей старая цена. Новая, да, 790. Вам не послышалось и не показалось. Не 1790, а 790 рублей. И это самая низкая цена часа, Оксана. То есть это вот ниже сегодня у нас цен не будет в часе. Поэтому, если вы искали что-то вот такого бюджетного варианта, но при этом стильное, классное, выбирайте. Стильное и по-настоящему по-доброму служащее для вас эта обувь вот такое является. Вот у меня постоянно лор проблемы. Мне мой врач говорит, ты когда домой приходишь, ты все время ноги в ванночке держи, в теплой. Я, во-первых, забываю. Во-вторых, не всегда хватает времени. А в-третьих, я считаю, что просто можно приобрести вот такую пару и ноги дома держать в тепле, потому что внутри у нас с вами материал, напоминающий махровое полотенце, которое очень нежно соприкасается с ножкой, ну и, конечно же, дышит. Ну что ж, народная мудрость гласит, держи ноги в тепле, голову в холоде. Следуйте этим советам и будете здоровыми, да, будете всегда полны энергии, жизненных сил. 75345, запишите номер этого лота, чтобы заказать себе любимые мягкие текстильные туфельки за 790 рублей. Ну и у нас уже 85 модниц по всей России себя порадовали. У нас есть еще 9 секунд на то, чтобы сделать свой заказ. Поторопитесь, это прямой эфир. Синих уже мало, поэтому если вам синий цвет приглянулся, звоните прямо сейчас, даже не ждите конца этого часа.